Как разобрать подушку безопасности? Если перевернуть ее с обратной стороны, то сзади в первую очередь мы увидим S-образную контактную группу для сигнала. С обратной стороны две клеммы срабатывания пиропатрона подушки безопасности. Сам пиропатрон держится на четырех гайках. После откручивания крепежей тяните ее просто на себя, чтобы вытянуть. Внутри пиропатрона азот натрия. Он дает максимально быстро открыться подушке безопасности. На пиропатроне пин-код вашего автомобиля говорит о том, менялась ваша подушка или нет. Чтобы добраться до самой подушки, откручиваем скользящие болты сигнала. Далее плоской отверткой поддеваем пластиковую защелку и вытягиваем подушку безопасности. С лицевой стороны подушка безопасности прикрывается декоративной крышкой сигнала, которая при срабатывании пиропатрона раскрывается. Подушка безопасности удерживается четырьмя болтами и на заводе должна быть уложена должным образом. С обратной стороны два вентиляционных отверстия, чтобы подушка максимально быстро могла выпустить газ и дать возможность водителю контроль за автомобилем. Материал подушки – качественный нейлон, который должен выдержать пиропатрон.